сады у нас. Всем доброго утра. Едем на работу. Загрузили блоки опять фундаментные. Сегодня тридцатка. Блоки тридцатка. 12 штук загрузил. И едем в Личинкай. Тут недалеко, 12 километров, по-моему, от города. Вот такая природа. Горы, погода отличная, настроение, все, едем. Вот такие сады у нас везде, интенсивные сады, как-то так называется, капельное орошение, ну, химия, короче, сплошная. Обычные сады все уже повырубали, вот на такие переходят, выгоднее. В общем, на том заказе ничего интересного не было, даже снимать не стал. Там тупо блоки в одну линию выгнали без раствора, без ничего, там как-то под забор. А уже вот сюда приехал грузиться пачками, пеплоблоками, вот этими связками. И получилось, что они уже начали, ну, короче, въезд в цех был вот в один ряд перекрыт, и пришлось вот так заезжать. Ну и наши дачи любимые. Сейчас будет уже экстрим, прям настоящий, натуральный. Вот везу эти 8 пачек сейчас. И поворот, разворот, забор, ворота. Это получается тоже район телевышки нашей основной. Все тут заужено. Ну, ездил уже сюда несколько раз. Вроде бы там подсыпано даже было. Мужик подсыпал, ну... Внизу глина, там все размесил я последний раз. А сейчас надо опять завести. Они там крышу уже начали делать, а еще на перегородке внутри комнаты не хватает. Это сосед вот здесь, вот каждый раз я заезжаю, он что-то втыкает новое. Вот это швеллер какой-то вкопал. Теперь приходится взад-вперед вот тыкаться. Блин, там и так у него вон бетон залит, все, че, ну вот люди такие есть. Вот. Лишь бы палки в колеса ближнему воткнуть. Каждый раз что-то подкидывает туда, на этот угол. То куски какие-то бетона постоянно. Сейчас вот швеллер закопал теперь.
Вот заезд прямо уже вот на площадку, на стройку. С, ну, ходом зайду, а там уже будет видно. Вот так заехал. Месиво еще с прошлого раза, еще дожди пошли, вот вода стоит, лужи. Ну, хоть хорошо, хоть гравий там, сейчас будем подсыпать. Сейчас выгружу все, разгружусь. Еще получилось хорошо, два поддона. А, вот сейчас лапу вставлю вот так. Уходит туда. Страпилы уже накидали там наполовину, теперь вот через них, между них надо как-то закидать. Два поддона оставил, две связки вот, в дальнюю комнату. И хорошо, что этот, ну, с этого места не могу достать, хорошо, мне надо вот сейчас задом, ну, развернуться, потому что я задом не выйду туда-обратно, на этих поворотах узких, мимо швеллеров, там еще на горку чуть задом, вообще, ну, нереально. Я здесь всегда разворачиваюсь, вот поэтому мне приходится здесь помесить, зад закинуть ближе, вот, если отсюда смотреть, левее мне вот сюда зад закинуть надо, чтобы задом туда сдать. Улочка узкая тоже. И вот все, ну, каша едет на блокировке, все. По прямой бы, да, он бы вышел, сходу я бы вышел. А так вот колеса начинаешь крутить, все, он останавливается. Колеи там набил. Вот это если бы груза не было, он вообще бы я не выехал. 100% бы остался тут. Пришлось бы тут копать, все перекапывать. Сейчас все равно придется лопатами подкидать чуть. Ну, вокруг гравий просто в эти колеи накидаем сейчас. Чуть полегче будет. Да, вот такая работенка, пацаны. Прям вообще не бей лежачего, как говорится. Аж вот такая усталость вот от этого, не знаю, ну, психологическая, что там, физически-то особо ничего. И вот напряга прям какая-то после таких вот заездов. Думаешь, блин, выйду, не выйду. Там и тянуть не вариант, там угол, ну, поворот сразу. Ну, либо экскаватором, да, только экскаватором, если... И это тоже целая история, вот это вот сейчас. У меня еще там два заказа после этого, мне надо выехать. А я тут это буду сейчас туда-сюда елозить. Ну, все, дошло дело до лопаты. Из лопаты, да, ну так нормально, вот подкидали буквально. С той стороны, с этой стороны, под передней, под переднюю колею, зад-то вроде ничего. Там твердо, вот какой-то слой толстой глины есть. А так, в принципе, ну, не болото. Вот и вышел сразу. Теперь мне... Там кучка, что-то водопровод какой-то там. Короче, все вот... Сейчас буду вот зад вперед, туда-сюда, туда-сюда. Там сетка. Хорошо, хоть сетку так потихоньку задом толкаю кузовом. Ну, не жесткий какой-то забор, ничего. Здесь тоже вон прессую там бампером, колесами. Вот все-таки железный бампер. Это, конечно, вещь. Это пластиковый. Для трассы. Все, вот сейчас две пачки туда в боковую комнату закину.
и поеду. Вот такая пахота здесь. Все кучки, короче, разровнял я. Колеса, жесть. А мне сейчас надо на проспект выезжать. Новый там заасфальтированный проспект. Сейчас как-то по дачам тоже не разгонишься, это все не поотлетает. Там куча камней маленьких между колесами застряла. Ну и вот потери несу. Выезжал уже там вот эти вот, где эти швеллера, блин. Зараза, зла не хватает. Ну, хоть пирожками накормили. И то хорошо. А это черный Абдулла, кстати, так, вот знаменитый из того ролика популярного, если кто помнит. Вот здесь встретились на стройке. Вот станция штукатурная. Кто не знает, вес, ну, башенный кран не может его поднять. Ну, как-то затянул. Что-то тонн 6, что ли, есть прям вот. Клапи подтащил, стрелой не тянет, опустил, подтянул, и прям возле лапы уже, там и воды вон неизвестно сколько. Так что, ну, на этом все. Всем пока, спасибо.